Российский политический деятель Алексей Навальный умер в колонии. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний Ямало-Ненецкого автономного округа. Заключенный почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Медики констатировали смерть. Обстоятельства произошедшего выясняются. Напомню, в марте 2022 года суд приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима за мошенничество. Ему было 47 лет.